Такую картину сейчас можно увидеть во многих дворах нашего города. Дорожная служба борется с этой проблемой, но решением проблемы сейчас может быть только ямочный, временный ремонт. Текущий ямочный ремонт проводится в рамках содержания дорог. Это временная мера, так как пока погодные условия не позволяют проводить работы горячим асфальтом и применяют литой, то есть смесь из щебня, песка и вязкого нефтяного битума. Ремонт у нас проходит по всей территории Ленинского района. Сегодня вот мы отрабатываем ямочный ремонт в Расторгуевской части, в городе Видное, на улице Школьная. Отрабатываем как по сами по выявленным ямам, так и, естественно, по обращениям наших жителей, которые нам тоже помогают быстрее реагировать на такие вот ремонтные работы. По регламенту ямочный ремонт мы должны делать в течение 10 дней с момента обнаружения ямы на дороге. Справляетесь? Стараемся. Принцип работы прост. Рабочие сначала выметают влагу из образовавшихся ям, затем заливают в них асфальт. Температура он порядка 200 градусов, то бишь можно ложить и на небольшое количество влаги, которое есть в ямах. Он все это выпаряется и держится он до лета, он месяца 3-4 он будет держаться. Если был хорошо залит, то он может и год простоять. Самые аварийные ямы мы сейчас все закроем. По словам ремонтной бригады, такой асфальт можно класть до минус 5 градусов. Поэтому сейчас, в конце марта, такой вид работ считается оптимальным. Работы ведутся довольно быстро, и за пару часов весь этот участок будет отремонтирован. Вот так выглядят эти заплатки после того, как смесь высохнет. Временный ремонт позволяет водителям не снижать скорость и беспокоиться о том, что машина попадет в яму. В ближайшее время город покроется такими заплатками. С приходом в наш регион потепления ремонт дорог будет производиться горячим асфальтом, то есть на длительный срок. Екатерина Чернышова и Ия Адамия, Видное ТВ.